центр штрафной подан мяч. И буквально подарил мяч соперник. Забивает. И мяч в сетку, он отправляет. Снова ничья у нас. Классно он использовал свой момент. Очень четко все сделал. И мне кажется, дальше будет просто огонь. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Ну вот, два гола подряд. Спокойно соперник.